Re, viss ēters ir te! Ночь на субботу в Латвии ожидается переменная облачность с прояснениями. Ночь будет теплой, температура воздуха составит плюс 16, плюс 19 градусов. На всей территории Латвии без осадков. Ожидается слабый ветер северо-восточного направления. В субботу днем в Латвии облачно, ветер сменит направление на восточное и усилится до 5-11 метров в секунду. На всей территории страны без осадков. Будет жарко, воздух прогреется до плюс 30 градусов. В Риге завтра облачно, без осадков. Воздух прогреется до плюс 29. Умеренный восточный ветер. А вот в воскресенье будет солнечно. Температура воздуха достигнет плюс 30 градусов. Слабый северный ветер. Выходные будут жаркими. Берегите себя.